Давненько, друзья, не ходили мы на опенхаузы. И вот буквально этот дом третий от океана. Вот он. Вот табличка. Вот такой домик. Построил его контрактор, который каждые пару-тройку лет продает то, что построил, и берет новый проект. Вот это дает ему некоторые налоговые льготы, потому что если ты прожил в доме за последние 5 лет, 2, прожил в доме сам, то ты можешь, если с женой, на двоих, 500 тысяч тебе списывается с налога, с налогооблагаемой прибыли. Да, поэтому надо еще, чтобы он вырос хорошо. Не обязательно он вырастет за долг. Ну, тогда не будет прибыли налогооблагаемой, не будет эффекта никакого. Пошли. Ну что же, друзья, вот так, лесенка. Давайте я оставлю здесь девочек, пойду на второй этаж. Так, иду на второй этаж, а на первый потом схожу. Вот пришел на второй этаж, и тут сразу у нас санузел, тут карпет на полу. Здесь вот шкафчик, видите, walk-in closet. Так, тут у нас, ну, хорошая просторная ванная, мрамор, богато, богато. Пол такой плиточкой керамической. Так. Такой бедрум. Тут сделано по хорошему стандарту, деревянные рамы на окнах. Вот. Так, это дорогое строительство, это не дешевка. Так. Ну что же, идем дальше. Мы выходим. Так, тут у нас маленький туалетик. Ну, совсем маленький. Так. Гостевой, так называемый. Так. Hey, how are you doing? Very good. Would you mind? No, not at all. Just taking notes. It's beautiful. And this will go probably under 2 mil, just under. Under 2 million? Just under. Why? Why is it low? Because that's the bottom line. Wow. Okay. That's pretty, and that's very good for the quality and the view. Yes, I didn't see the view yet. Так, нам говорят, что он идет где-нибудь до 2 миллионов. Что на самом деле маловато для такого дома. Маловато. Может быть, там еще что-то есть? Так. Так, вот тоже площадочка. И с нее вид хороший. Мы недавно дом снимали тоже вот с такой площадочкой. Похожий был расклад вот очень на этот. Вот океан, вот третий дом. Вид, конечно, обалденный. You can get down to the beach on that staircase. Oh, yeah, sure. Yeah, sure. Thanks. It's beautiful. It's beautiful. So how old is the building? About three years old. Yeah, I can see. He's built about 10 houses in this area. Okay, so he knows what he's doing. The weather here is the best weather. Okay, so he is a professional builder? Yes, and he lives here too. Okay. Да. Так. So is there any elevator to move? There's no elevator. Okay, staff to the thank you very much. Thank you very much. So there might be a way of putting a hamper in. Okay, so they have to bring the food and move it up. Yes, they do. The trade-off is the price. Okay, sure. You guys together? Yeah. Okay, good. Yeah. I got tricked because you're the only one with us. Wow. Okay. Так, ну что, пошли вниз. Don't miss the tandem garage. The garage has two spaces for two cars. Okay. And an office. Окей. Okay. Так, Светик, что ты скажешь? Пока. А почему он говорит, что идет до 2 миллионов? А почему так мало? Вроде бы он должен был... Он взял за 200. За 200, так. Да. И не ушел. Не ушел. Так, спаленка тут при входе. А что ты считаешь делает его не таким вот как бы... Почему, почему никто не оторвал такой домино? Потому что спроса просто нет такого большого, вот таких домов.
Ты представляешь, вот в Кремниевой, сколько бы он стоил в Кремниевой долине? Ты можешь себе представить? Так. Да, ребята. Отсюда до Кремниевой долины, вот на машину сесть, но если без трафика. Ну, я не знаю, 40-45 минут. То есть, обалдеть. Yeah, nicely built. Так, вот еще bedroom, смотрите. Вот еще bedroom. Очень хороший, просторный, все так классно. Очень красиво. Так, тут ступеньки, надо осторожненько, ступеньки. Так, это у них типа спортивная комнатка. Хорошо. Ну, участок не безумно большой, так скажем. Совсем даже. Небольшой, но все это очень nice. Травка, мне кажется, синтетическая здесь. Вот это. Но не уверен. Хотя похоже, что синтетическая. Так. И вот тут дверка. Это куда нас приведет? Так, это у нас ландри. Тут вот машинки стиральные, сушильные, да? И тут мы попадаем в гараж. Ага, я понял. Гараж тут такой вытянутый очень. Видите, он получается такая история. Они разделили гараж, как бы вот этими железными шкафами справа. Вот. Они шкафами разделили гараж на гараж всего лишь на одну машинку. Это минус. Гараж на одну машинку – это минус. Так, тут досок сколько у них, господи. И как бы офис. Это явно офис, так, по назначению, по функционалу. Они, конечно, могли бы сюда две машины поставить, может быть, даже и три вряд ли, две. Одну за одной, как бы так вот. Но вот это я понял теперь. Я понял, что здесь за проблемка. Вот здесь проблемка у них, я понял.